Вот я живу вот в этом одна. Сын ушел в город. А так сама потихонечку встаю. Ну, кто что даст, то и посадила. Кто что даст, то и посадили. Но для меня это страшно. Не дай бог что-то произойдет. Я же сахарный диабет. Вот и в день у меня 12 таблеток. Сейчас, что вы принесли, месяца на два мне гречки хватит. Масла. Масла я много не употребляю, потому что я строго на диете сижу. Там и мыло, и белизна, и порошки. Это какое мне подспорье? Это дедовский земля был вообще, понимаешь? Я сажали, вот это все сам я делал. Финансы, деньги вот немножко, орехи продам. Мандарин нету в этом году, ну, поживаю пока. Беляю мамалику, хлебику сам. Вот так и деля. Мои дочки тоже приходят, ну, летом. А сейчас же учеба начался там, в Тбилиси. Вот дети, внуки мои все учатся, понимаешь? Настроение у вас? Очень хорошее. Вот когда я вас вижу, немножко же помогает мне, значит, жить хочется мне. Это исторический роман. Thank you.